Идея создать детский коллектив принадлежала руководителю краснознаменного ансамбля песни и пляски «Красная звезда». К сожалению, набрать юных инструменталистов и вокалистов оказалось непросто, а вот желающих танцевать было много. По инициативе руководства ракетных войск стратегического назначения России в 1993 году решили создать детскую танцевальную студию при ансамбле песни и пляски российской армии «Красная звезда». Для того, чтобы подпитывать кадрами наш любимый ансамбль, поначалу хотели создать мини-детский такой ансамбль военный, чтобы был хор, оркестр, музыканты и танцевальная группа. Ну, как-то вот не задалось с певцами и с музыкантами, а танцоры остались, и вот мы начали развиваться, и вот пришли к 25-летию. Сегодня коллектив включает в себя две студии. Одна работает на Власихе, а вторая в Одинцово. В общей сложности семья «Красной звезды» насчитывает около 300 детей. А если сюда прибавить мамы, пап, бабушек и дедушек, то количество возрастет в 4 раза. Ну, самое главное – это то, что к нам приходит зритель на концерт. У нас всегда аншлаги. Сколько бы мы концертов ни давали, у нас всегда много народу, всегда аплодисменты, улыбки, цветы и слезы радости. Юные артисты привыкли работать на результат. За плечами десятки побед в различных конкурсах и фестивалях. Есть даже те, кто после выпуска поступил в хореографическое училище и продолжил танцевать уже в ансамбле песни и пляски войск стратегического назначения «Красная звезда». Наш коллектив «Красная звезда», он очень дружный. Мы все как одна большая сплоченная семья. Мы очень любим танцевать и выступать. Я хочу поздравить коллектив «Красная звезда» с этим долгожданным 25-летним юбилеем. Желаю всем счастья, здоровья, удачи. Я пожелала ему процветания, чтобы он отпраздновал юбилей в 50 лет. Больше гастролей, больше побед. Юбилейный концерт – это отличная возможность показать все, чему научились артисты. В этот день на сцене блистали все и малыши, и ребята постарше. Кстати, в детскую танцевальную студию «Красная звезда» принимают с 3 лет. Набор проводится в августе перед началом учебного года. Евгения Августина, Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».